такой точки. Правый угол закрывает Джанаев. Удар поворотом над дальним верхним углом. Мяч пролетает мимо. Джанаев вводит мяч в игру. Штранцы. Макеев. Пас в недодачу. На подхвате очень хорошо работает Кариока. Атака Спартака с передачей на левый край. Навесная подача. И вот наконец-то Спартак забивает. Гикань добрался до мяча. Перебросил его и как раз одному стоявшему там игроку. И тот же самый Декань, Быстров забил. И тот же самый Декань должен, по его мнению, был закрывать ближний угол. Но удар пришелся в дальний, и как раз там была лазейка. И вот в нее и пролетел мяч и ударился о боковую сетку ворот рядом со штангой. Быстров 1-0. Вот смотрите, раз, два, три. Четвером атакуют, трое защищаются, идет навес. Декань дотянулся. И пропадает заранее почему-то в ближний угол. Андрей, вот смотрите, он думал, что именно туда будет нанесен удар. Вот он поднимается. А вся штука в том, что Быстров оказался один. А в нем...